Пункт Д последний. Надо доказать, что существует бесконечная последовательность модели членов. P2 от x, P3 от x, P4 от x и так далее. Такая, что в ней любые два многочлена коммутируют. Не надо ее. Ну, да. Пожалуйста. Не люблю. Ну, хорошо. Там любую другую. Как? Смысл такой. Любые два многочлена в этой последовательности коммутируют. Да. И причем степень Пкатова равна К. Правильно? Да, степень Пкатова равна К, и при этом. И при этом, ну, вообще такая последовательность очевидна, какая просто x квадрат, x куб, x четвертый. Нет, вот чтобы не так. Да, вот чтобы не было очевидно, чтобы P2 от x равнялось x квадрат минус 2. Так вот, господа, это называется многочлены Чебышева. Это в высшей степени важная штука. Если бы Андрей не сделал это, я бы вам все равно отдельное занятие по этому проводил. Потому что многочлены Чебышева — это в высшей степени важная история.